Украине началась война, а там мы страшные ужасы. И дом три раза горел, и виселицы, и голод, и нас детский дом отдавали. Мы чудом выжили, понимаете, вот это. Там все войска проходили. Дом сгорел бабушкин. Отец на фронте был, а мы с мамой, с сестрой. Ну, выжили. Что вы сейчас чувствуете? Я коренная жительница, я здесь родилась. Да. Вот сейчас, вот, когда Россия, когда Ростополь, да? Чувствуете что? Какие ваши, да? Какие? Я слезами заливалась от радости, слезы радости были, когда Россия нас, за нас заступилась и приняла, наконец-то, вернула нам гражданство российское. Мы голосовали, шли тоже со слезами на референдум. Ну, хотя здесь всякие провокации были. Говорили, что люди Севастополя идут под выстрелом пистолета на участке. Нет, была тишина. Был порядок идеальный. Все проголосовали, отдали голоса. Только за Россию. Мы только за Россию. Другого выхода мы не видим. Мы 20 лет здесь издевались над нами. Даже важно то, что нигде в мире так не голосовали. О, ленточка! Да. Нигде так не голосовали. А я уже пошла.